Друзья, всем привет! На момент записи этого сюжета понедельник, 13 июня, день выходной. И я подумал, а чего дома-то сидеть, когда Москва свободна и можно прокатиться, заснять шикарный живой сюжет. Как вы знаете, я с регулярной периодичностью выпускаю ролики на канале о реальной ситуации на рынке новых автомобилей, где, сидя дома, рассказываю вам, что происходит на нашем авторынке. Но сегодня пришла в голову идея, ведь раньше я вживую снимал, брал каждый бренд и показывал, что же происходит. Так вот, я думаю, лето на дворе, надо отправиться вновь показать, что происходит. Как вы могли заметить, мелькает бренд BMW, а это значит, что мы приехали в BMW. Почему? Сам являюсь владельцем, марка симпатизирует, и даже интересно послушать, что и как у них на сегодняшний день, на момент середины июня 2022 года происходит. Мы сейчас отправимся в салон. Пообщаемся с менеджером, с хорошим, грамотным менеджером. Выйдем на площадочку, поснимать, пообщаться по новым автомобилям, по вторичке. Я вам расскажу в этом ролике, почем стоит, например, X5 привезти из Европы. Новенький, абсолютно новенький. Короче, сюжет будет насыщенный. Не размазывая кашу по тарелке, в машине мы сидеть не будем. Отправляемся в салон, знакомимся с менеджером и идем по-живому смотреть, что есть и почем. Приятного просмотра. Уверен, у кого-то сложится впечатление, что это какой-то заказной сюжет, потому что продаж-то нету, а нужно как-то продавать. Ребята, цены настолько космические, что я думаю, вряд ли кто-то расценит это как рекламный сюжет. Тем не менее, написал разным официальным дилерам, с кем в частности работаю, всем менеджеры, внимание, в отпуске по собственному желанию, потому что продавать ни хрена, одна-две машины в месяц, а это несерьезно. Особо долго я разглагольствовать не буду. Сейчас вас познакомлю с человеком. Мы сразу вышли на площадочку, где стоит вторичка, внимание. Вот это Кирилл. Некоторые из вас его даже могут помнить, потому что он вам оформлял автомобили. Раньше Кирюха работал у официального дилера Шкоды. И прикол заключается в том, что этот официальный дилер был один из самых мощных по нашей стране с точки зрения продаж. И вот с ним мы одно время выдавали такое количество автомобилей по реально хорошим ценам, что ты даже стал самым лучшим менеджером по России от компании Шкода. Это правда? Сам продающим, да, 21 год так было. Вот так вот, да? 20-й. Были времена, да, Кирилл? Да, 200 тачек давали. А потом времена изменились. Слушай, сейчас ты работаешь в BMW. Вот расскажи, буквально на днях вышла новость о том, что компания BMW сказала, что все, откатываемся к ценам чуть ли там не февральским, к розничным, что, мол, дилеры, пожалуйста, давайте делайте откат. Было такое? Было, но это, знаешь, не новость, это называется «подкинули свинью», потому что обычно за такими словами должны идти какие-то поддержки, компенсации, переплат дилерским центрам по текущим автомобилям. Этого не последовало. То есть официальная цена на прайсе, допустим, за третью серию там 4500, по факту таких машин нет. Если бы такая машина у нас была по наличию, торговали бы мы примерно за 6 миллионов, потому что мы бы ее купили сами по себе стоимости 5500. У них же. Как бы да, и чудо не происходит. Мы не можем торговать машины по ценам, как они публиковали сейчас. Ну а вы когда им задавали вопрос у серии, ребята, а как нам продавать-то, если вы нам сами продали дороже, нам чуть ли доплачивают, что ли? Они вам ничего по этому поводу не говорят? Не, просто не задавали. После этого звонки-то какие-нибудь пошли в салон? Такой был вопрос навалом, отставали от трафика. Во-первых, потому что цены не соответствуют реальным ожиданиям покупателя. Второе, потому что люди звонят по всему модельному ряду, у тебя по наличию только там из 20 моделей BMW, ряд-то широкий, моторов много, есть там максимум 5 моделей. В количестве там 85 автомобилей. Поэтому трафика было много, но не целевой, так это называется. Вы что молчите? Вы поняли, что произошло или нет? Вот это я понимаю, поддержка, но вы вдумайтесь. Официально надо напомнить о том, что мы помним про потребителей, курс упал, надо снизить цены, снизили цены, только при этом продали машины месяцами ранее по новым ценам, и компенсацию делать никто не хочет. Так еще, машины официально в этом году уже 1000000%, говорят, больше не приедет. Что будет в следующем году, неизвестно. Отсюда возникает вопрос, на что они, для кого, зачем они снизили цены? Ну да, звонит народ, спрашивает, вот хочу купить X5 не за 13 миллионов, а за 8,5, а где же его взять? Вот это интересно. На фоне ходят люди, и, соответственно, кто-то пришел, потенциально смотрит. Раньше, когда изначально ты заходил, да, в компанию, ведь было всегда так, что, допустим, работаешь непосредственно по новым автомобилям, конечно, а на вторичку всегда другой. Конечно. А да. Сейчас как изменилась ситуация? Из-за того, что машин новых нет, дилерский центр нужно как-то кормить, сотрудников много, и вариантом остается только получать либо новое дилерство, либо продавать автомобили с пробегом. Вот компании, где я работаю, два других дилерских центра приостановили продажу новых машин, только у нас тачки новые остались. Стараемся продавать автомобили с пробегом. Вот это другая квалификация, другая работа, честно.
Но здесь вот, допустим, у вас стоят только BMW, потому что если вы будете сейчас загонять все подряд, там какую-нибудь Toyota, которая на трейд-ин зашла, то у вас за это еще и дилерство могут лишить. Да, есть риски потерять дилерство и там недополучить большую часть бонуса точно. Вот просто пример вам. X6 стоит 3 литра дизель, да? Да. 4 миллиона 200 тысяч он стоит сходу. Но он 2017 года, и пробег на нем 109 тысяч. Какое у него там реальное состояние, одному богу известно, его нужно поднимать, смотреть, потому что бумажка – это одно, на деле нужно, как говорится, вторичку смотреть со всех сторон. Слушай, ну вот те, кто приезжают, вот скидывают там новые, X7, они что-то покупают взамен круче или наоборот, там кредитная машина, избавиться от долгов? Не, вот доля именно таких дорогих покупателей, которые брали машины в прайс и сдавали что-то новое, дорогое, это были покупатели начала, наверное, мая месяца, конца апреля. Там еще были тачки по старой себестоимости, мы могли делать какое-то адекватное предложение, машины оценивали более-менее. То есть тогда, да, заходили дорогие машины в зачет за новый BMW. Сейчас, если человек сдает машину хорошую, дорогой BMW, как правило, эта машина просто на выкуп. То есть человек приезжает, расстается с автомобилем, забирает деньги из кассы на свои нужды. Таких сейчас больше покупателей, реально. А вот прямо сейчас я вас познакомлю просто с изумительной информацией, которую нам несут современные технологии. Бизнес-секретарь – это новый бот в Telegram для предпринимателей. Вы можете завести себе виртуального помощника, который будет отвечать на телефонные звонки, когда вы заняты и не взяли трубку, когда вы разговариваете по второй линии, когда вы недоступны. И вот в отличие от голосовой почты, бот не просто записывает сообщение, он умеет представлять вас или вашу компанию, спрашивает имя звонящего, спрашивает цель обращения, спрашивает, когда лучше перезвонить, а затем отправляет аудио и расшифровку текстового звонка вам в Telegram. Но вы вдумайтесь, когда такое было возможно? Поймите, сегодня вы можете завести себе бизнес-секретаря Игоря. Давайте кратенько вас с ним познакомлю. Это Игорь. Игорь – бизнес-секретарь. Он примет заявку на установку кондиционера, узнает, какую скидку предлагает поставщик в этом месяце, запишет клиента на замену шин и сделает еще 1000 полезных дел. Как он все успевает? Все очень просто. Игорь – виртуальный секретарь для предпринимателей. В боте можно выбрать голос робота и настроить, как представлять вас или вашу компанию. Самое прикольное, что он запоминает даже имя звонящего. Первый раз человек звонит, представляется, второй раз бот уже будет с ним здороваться и обращаться к нему по имени. Секретарь также умеет отвечать на вопросы клиентов. Так, например, самые стандартные, самые часто задаваемые вопросы. Часы работы, способы оплаты, стоимость услуги или же как записаться, например, к вам на прием. Он может помочь это сделать. И вот теперь встает кульминационный вопрос. Сколько же будет стоить вам такая услуга? Первые 14 дней абсолютно бесплатно, а далее 399 рублей в месяц. Полноценный сервис работает по всей стране. Вы спросите, как же подключить себе это чудо? А все элементарно. В первом закрепленном комментарии и в описании я оставляю ссылочку. Вы по ней переходите и далее просто-напросто следуете инструкциям, и у вас все заработает. Попробуйте, ведь первые 2 недели, как я сказал, это абсолютно бесплатно. Если вы занимаетесь бизнесом, вы ведете активную деятельность, бизнес-секретарь поможет в ежедневной работе и общении с клиентами. И самое главное, приумножить ваши средства. Ссылочка ждет вас в описании. По-живому сейчас глянем все-таки несколько машин, потому что вот этот X7 прям так он в обвесике. Вот какой-нибудь сплиттер, если это карбон настоящий, а не подделка, это ценник вообще может быть космос. Вот, видите, как все сделано. Как в Америке. 7800. 7800, да? 7800 до 2019 года автомобиль. 3 литра дизель. А пробег у него? 63 тысячи километров. 63 тысячи. Но при этом еще, как вот мы ездили, снимали, торговаться запросто, да, можно? Да, есть скидки. Вот ты можешь предположить, сколько он? 7800? Да, 7800. И, допустим, за анал я захочу его купить. Как ты думаешь, плюс-минус, какой торг? Это 50 тысяч? Плюс-минус 50 тысяч максимум, да, не больше. В данном случае? Угу, да. Ну, если равно. Это будет охват и кредит трейдинг-каска, тогда скидка может быть больше, но при этом дилер все равно закладывает интерес в заработки из тех продуктов, разумеется. Слушай, Кирюх, ну расскажи, вот сейчас реальная картина по кредитам. Вот если, допустим, брать просто, я хочу просто голый себе кредит, какая ставка будет? 17% ставка минимум. Это еще до понижения последнего до 9,5%. Центробанк оперативнее реагирует на понижение ставки, нежели сами банки. То есть теоретически, если у вас сейчас 17, я думаю, 14 должно быть в будущем году, в будущем месяце уже, да.
Ну вот, ребят, потихонечку, потихонечку. Но вот эти понижения как-то сказываются на продажах? Люди приходят, говорят, о, нифига себе. Активного спроса нет, нет клиентов, которые не покупают по причине того, что их ставка не устраивает. Наверное, люди не берут больше, потому что не уверены в завтрашнем дне. Публика BMW, это ведь есть люди очень богатые, которые покупают X5 и может получать там 30 тысяч там, и 3 миллиона. И вот как раз-таки держится пока автобизнес на таких сверхдорогих клиентах. Те, кто там работает где-то по найму на высоких должностях, за машинами пока не выстраиваются в очередь. Ну, то есть вообще есть, да, люди, которые приезжают там и новый какой-нибудь X5 берет, да, там, да, за наличку, да, сумку привозит за денег. Да, да. Либо в валюте оплачивали раньше, сейчас просто приезжают с кэшем в кассу. Короче, ребята, у нас сегодня какой-то целый такой, знаете, короткометражный документальный фильм про работу менеджера BMW в текущих условиях. А расскажи в целом вообще про работу. Получается, если ты, например, приходишь, у тебя там 9-часовой рабочий день сейчас, и как это, с тобой какой-то контроль, есть какой-то старший менеджер, который ходит, смотрит, чем ты тут занимаешься, в телефоне ты сидишь, не в телефоне. Вот, как ни странно, когда работал в Шкоде, там контроля было намного больше. Это позволяли программы и сама, ну, видимо, так много трафика и так много потока людей, то что приходится больше этапов контролировать, нежели в премиалке. Реально. День проходит, пришел на работу, всегда это собрание утреннее, выставляются какие-то задачи, просматривают, как отработали прошлый день, иногда прослушивают телефонные звонки. После этого 2 часа – это классический прозвон базы. Ты смотришь клиентов, которые были заинтересованы, уточняешь намерения покупки. В 12.30 у нас идет осмотр автомобилей с пробегом, те, что к нам поступили. Это каждый день такие машины поступают, там 1-2 автомобиля. Мы их вот прям живую смотрим, чтобы знать конкретно, что было с машиной. Это, кстати, очень крутой навык и крутой план, потому что ты не всегда знаешь, что с машиной с пробегом было, это не новая машина. Там у каждой своя история. После этого, как правило, во второй половине дня, после 3 у тебя есть какие-то встречи, их сейчас меньше, но они есть. Ты уже, ну, работаешь именно с клиентом, занимаешься расчетами. Ну, потом конец рабочего дня, уходишь домой. Ну, в целом работа не пыльная или пыльная, или тяжелая? Вот ты бы как характеризовал? Допустим, у тебя как график? 2 через 2 или как? У меня график 5-2 по 9-часовому дню. Пыльная, не пыльная, не знаю, но эта работа подходит тоже не всем. То здесь надо в первую очередь понимать то, что ты не отдохнешь в выходные, когда у тебя вот идет как бы трафик, когда у тебя клиенты к тебе бегут. Проще просто в выходной выйти на работу и отработать, нежели пытаясь на выходном пытаться отдохнуть. То есть, если ты хочешь быть сильным продавцом в нормальное время, у тебя нет личной жизни, да, то есть ты именно работаешь здесь. Но это окупается с лихвой, и деньгами, и эмоциями. Слушай, а где у вас какое-то служебное помещение есть? Вы же куда-то ходите на обед? Я вот просто знаю, что раньше во всех салонах BMW такой свой ресторанчик был, и, в принципе, неплохая у нас кухня. Есть, да, у нас есть хорошая кухня. У вас здесь тоже, да, есть? Поднимаемся на второй этаж, да, там у нас в зоне цеха есть хорошая кухня, нас там хорошо кормят. Обед 300 кормят рублей. За деньги, да, да, за деньги, да, там 300 рублей у нас комплексный обед, это и суп, и горячая, и салатик, и компот. Ну, а в целом с сотрудниками, как бы, вы все друзья или чисто товарищи? Здесь повезло то, что, во-первых, я сюда устроился там год назад примерно, это по меркам было недолго. Я когда устраивался, были ребята, которые работали по 10 лет, у них там, понятно, клиентская база огромная. Приняли хорошо, какого-то зазнайства не было, хотя до этого работал в Рольф, там это было у продавцов премиалки, да, чувствовали себя царями горы. Здесь такого нет. Модельный ряд огромный, история по машинам тоже очень большая, поэтому всегда помогали. Ну, переучился быстро со Шкоды на... Да, я уже на второй месяц выдал 9 автомобилей, и это был хороший результат, да. Короче, вот смотрите, X6, 137 тысяч пробега, ну так, внешне он в пленочке, вроде как, знаете, визуально приходишь, смотришь, все круто, дизель, все как положено, а, это еще 40D, потому что 381 сила. Носились на нем явно знатно. Какая цена? 4,349, 4,350. 4,350, ребята, и поехал. Либо же за 3,800 Geely Tugela, но новая. Что брать, что брать, выбирайте. Вот пятерка, 156 тысяч, а, 150. 150, да. Живая пятерка, она без окрасов, как ни странно. 530-й мотор, уже, кстати, продано, статус показано. 3220, реально хорошая машина. Вот это вот пример, когда человек, да, допустим, едет 150 тысяч, там вообще у нее салон, если будет на камеру видно, ну, ухоженный, причем не делали химчистку. Есть машины пробег там 30 тысяч, а от интерьера уже живого места нет. Для меня прям порог был бы 150 тысяч пробег, еще и 3 с хреном миллиона отдать. Вот это давай щелкнем. Это у нас часть 320-я. Это 318-я, задний Sportline. Привод, да, Sportline. Она, ну, по вот. Сути белая, но с апгрейдом. А апгрейд это тоже владелец сделал или это вы? Да, это сам владелец, M-Performance обвес на машине. Дополнительно пленку сделал полностью из недостатков, только вмятина задней правой двери. А она, но сейчас она без есть? Окрасов. Да, она есть. Тут вот с этой стороны.
Это, короче, из серии, что вы принимали машину, фара, смотри, у него запотевшая. Есть подозрение, что он еще и фару где-то. Да, ну вот тут... Или что, вытянули, что ли? Тут короче, либо вытянули, либо вмятина есть, но ее особо не заметно, потому что даже так вот глаза ничего не бросает. Скорее всего, уже вытянули. 21 год, 15 км пробега. 21 год, ну вот, это свежачок. 3400. 3400, mm-hmm. ребята, пожалуйста, вот такая цена. Ну что, у вас на вторичку-то не снижаются цены? Снижаются, конечно. Тут уже сейчас рынок покупателя, а не продавца, это многие понимают. Ну ты можешь, например, сказать, вот если она сейчас 3400 стоит, то там на хайпе ее за сколько бы пытались продавать? 4200, наверное. 4200, да. Ну вот считай тоже, да, 600, 700, там 800 тысяч, ценник да падает. Кирюх, ты вот на фоне этой тачки, словно перевозчик. Сейчас новую серию будем снимать. У меня такое испытание, как у Джейсона Стэтхэма. Полетим. Ты скажи, вот какие машины сейчас, если на вторичке приходит народ брать, вот что больше всего востребовано? Вот наверняка же есть какая-то там топ-3 модели, которые спрашивают, там тройка, пятерка, X5 или какие. Вот можешь пример привести? Вот, на что чаще всего звонки? Самый популярный, наверное, 3-литровый дизель по автомобилям. Модели пятерка, X3, ну и X5. По третьим сериям тоже люди звонят, но это, как правило, моторы 2 литра дизель, полный привод, но таких машин практически нет в адекватном состоянии. Если их сдают, их тут же покупают. А что вообще не пользуется спросом? X1, X2 модели не меньше ликвидности. Это у нас получается 530-й дизель M Sport Plus, версия 2020 год, пробег на ней 45 тысяч км, даже чуть меньше. Салон светлый, 3 литра дизель. Фишка в том, что вот эта машина стоит 5 800 тысяч рублей. Вот в 2020 году она, наверное, новая стоила, даже, может быть, чуть меньше, там где-нибудь в районе там, 5 200, 5500. Но в этой тачке тоже свои плюсы есть, потому что сиденья здесь предкомфортные. То есть там много настроек у них. А потом была такая фишка, что у BMW были проблемы с запчастями, там, с комплектующими. И, например, сиденья ставили спортивные. А многие люди хотели именно такие, потому что, ну, действительно, сиденья считаются крутыми. Ну так вот визуально походишь, посмотришь, думаешь, да неплохой аппарат. Ну ценник, да, вот хочется, скажи мне сейчас, что он стоит 3200, и пошли меня оформлять на трейд-ин. Нельзя так, Кирюх, нельзя так? За 3200, я думаю... 3200, я, короче, сдаю тебе пятерку, 1 200 000 доплачиваю и расход. И это, тебе еще. Я разницу доплачу сам, договорились. Да, блин. Ну что, есть такие вот, на самом деле, которые приходят сюда торговаться? Да, конечно, есть. Начинают, типа, не 6, а 4, не 4, а 3. К сожалению, есть. Полно? Да. Ну, не по миллионам торгуются, конечно, 1500 часто скидки просят, хотя аргументированного торга нет. Машину смотришь, там один хозяин, оригинал ПТС, обслуженный у дилера, там может один окрас какой-нибудь есть, там капот либо крыло. Даже есть фотографии от страховой компании, то, что там не авария, а ну, легкая какая-то царапина, шоркнули. И такие скидки просят, да. Ну щелкни вот этого икса, он прям стоит, смотрит меня. Мне, конечно, цвет черный не нравится, блин, но тем не менее... У него вот фары лазерные, прям вообще шикарно смотрятся. По-моему, такие. По-моему, 9 вот он был. Синенькие. X6, 3 литра дизель. 11750, 40-й 18500 пробег, 2021 год, 11750. 11750, да. Есть такой же еще 30-й дизель, 20-го года за 9 отдаем. Офигеть, ребята, офигенно. Вот тебе, пожалуйста. Когда-то такая машина стоила, ну, 8, ну, 9, ладно, фиг с ним там, в какой-нибудь жирнючей комплектации. Вот так вот цены поменялись. Что, в шоке народ-то? Да. Все в шоке? Или ну, есть такие, которые приходят там на понтах, что у меня денег полно? Ну, тебе покупать новые машины, не бушные. Ну, я понимаю, но они как бы все равно плачутся параллельно с этим. Ну, это плачутся в кавычках серии, блин, все дорого, или как бы... Ну... Слушай, ну, те, кто готовы покупать, они понимают то, что по-другому они не купят машину вообще. Вот этот вот вариант с параллельным импортом, я твой ролик смотрел, он не работает. Невозможно машину без заморочек и без рисков привезти сюда в РФ. При этом, если ты машину привезешь, непонятно, что будет с топливной системой, там другие экологические классы, нормы топлива. Поэтому те, кто приходит покупать иксы, богатые клиенты, да нет, не стонут, не плачутся. Даже, сказал бы, скидки не особо просят. Они нашли комплектацию, цену, что их устроило, по условиям какую-то точку соприкосновения нашли, и все. То есть там не торгуются за 20 тысяч, там на 50, на 100 тысяч, сразу торг проходит, обо всем договорились, все, похож на сделку. Тем временем мы делаем перемещение, мы едем сейчас на парковку новых автомобилей. Ровно то место, где стоят эти 84 ласточки. Кирюх, скажи мне сходу, X5 30D M-пакет, почем, занал? 11100 можно забрать тачку, но это штучные автомобили, это те машины, которые к нам поступали еще в феврале до подорожаний. Но она 22-го года? Да. К
Короче, прикол тебе рассказываю. Специально посчитал, сколько будет стоить купить такую же машину в Германии с учетом растаможить повышенный вот этот налог в силу того, что машина новая. В круг она должна обойтись изначально 150 тысяч долларов, но потом ее, короче, можно забрать чуть дешевле, потому что там возвращается 19% НДС. Таким образом, если говорить в цифрах, в рублях, 9 миллионов ты отдаешь за нее, и она к тебе приезжает в течение месяца-полтора, и потом ты еще в течение 2 месяца можешь забрать 1 000 000. Итого она тебе встанет примерно в 8 миллионов рублей. С одной стороны, звучит вроде неплохо, а с другой стороны, ну все равно, знаешь, 8 лямов тоже, да? Ни хрен с собой. Да не, хорошая сумма очень. Хорошая? Конечно, да. Ну а вот вы там не общаетесь никак на работе? Чего вот у вас, допустим, руководители там не думают оттуда так вот машины по одной, по две закупать, подвозить? Потому что мне уже звонил даже какой-то дилер с Москвы, говорят, все, мы уже тачки с Европы привезли, приезжайте, выбирайте, смотрите, можно покупать, либо привезем под вас. Слушай, ну, нет таких мыслей, потому что в большей части все обеспокоены тем, что могут потерять дилерство, потому что наличие дилерства – это огромный объем инвестиций, которые каждый дилер хочет как-то купить. Дилерский центр вот недавно отстроили, сделали ремонт, я не знаю сумму, но я думаю, то, что ребрендинг был в позапрошлом году, но там лямчиков 50 минимум дали, может быть 100. Поэтому никто не хочет сейчас возить машину из-за границ для того, чтобы штучно напродавать, предположим, там 50 тачек, а после этого, если вдруг все восстановится и будет как раньше, у тебя… Тебя был риск потерять просто дилерство. Короче, поэтому... вам и дилерство терять, по сути, неохота. И в тот же момент вам никаких там вообще даже сказок не обещают, что в следующем году все хорошо будет. Поддержки импортера нет. То есть дилеров это как у Михалкова в Жмурках вас кинули. Знаешь, это видео. Короче, ребята, тем временем мы уже оказались на парковке. Сейчас вы посмотрите, как машины новые хранятся. За много-много миллионов. Ребята, зацените вот этот модный цвет. Называется он Бруклин. Конечно, вживую он смотрится чуть по-другому. Через камеру он может смотреться даже еще круче. Но как бы здесь на любителя, потому что под разными углами он смотрится по-разному. Вот сейчас мы вышли, я думаю, блин, ну как-то немножко не то. А в солнечную погоду или вечернюю мне он почему-то нравится гораздо больше. Но суть заключается в другом. Вот она, парковочка, на которую мы приехали. И здесь там Кирюха рассказывает тоже очень полезную информацию. Все вот эти тачки, друзья, уже выкуплены. И они стоят на учете. Что это значит, Кирюх? Любая новая машина, которая на дилерском складе сейчас стоит, она без пробега, но она уже с постановкой на учет на наши юрлица. Причин несколько. Основная то, что есть дилерское соглашение, по которому, если в определенный срок дилер не продал автомобиль, то он обязан эту машину поставить на учет. А второе, это додумки, я точно не знаю, но... Ну, короче, могло быть так, то, что это имущество импортера обратно производитель может забрать. То есть приехать на эвакуаторах, автовозах и забрать все наши машины. И вот здесь важно, друзья, понимать следующее, что раз машина уже стоит на учете, то гарантия на нее тикает. Вот стоит чей-то автомобиль, а гарантия уже идет, поэтому это тоже важно учитывать. Слушай, вопрос, какого хрена вот это здесь 750-750 стоит, затесалось? Я думаю, ее на кузовной повезут. Чтобы она там на парковке не стояла. Состоянии, да. Ну да, уставшая. Я думаю, будут ремонтировать, готовить. Пойдем, пройдемся. Смотри, пойдем, получается, пойдем. Все остальное, это раз стоит на учете, то есть у каждой машины уже есть номер. Да. Клиент должен убедиться в том, что эта машина новая. Ну, просто у многих есть сомнения, то, что тачка с номерами, и видит в этом какой-то злой умысел, подлог, будто дилер их обманывает, вводит в заблуждение. Хотя это реально вообще не так. Просто по факту человек, когда будет приобретать автомобиль, он покупает машину, да, уже с... чуть меньшей гарантии, там не 3 года, а словно там 2 года и 11 месяцев. Сколько такая стоит X6M? Я продал ее, кстати, за 18 900. Ты продал? Да, но она еще не оплатили, вот должны скоро забрать. О, нифига себе, ну нормально, поздравляю. Так-то неплохо, за 18 900. Взрослый человек покупает или молодежь? Нет, 93-го года. 93-го года? Да. Сам, правильно? Не знаю, сам, не сам, но вот молодой человек, на которого машина оформляется, он 93-го года рождения, да. Слушай, друзья, кто-то может позавидовать, сказать, типа, а, ну все понятно, батя купил машину. Вот на самом деле я просто от души человеку поздравляю искренне, потому что мне давали вот такой автомобиль на тест-драйв, машина просто... Одно скажи, мощности здесь просто переизбыток. Но на самом деле, для города такая машина, ну, там чуть газ нажимаешь, хочешь маленечко ускориться, она у тебя просто несется в никуда. Но в целом, тачка очень понравилась, конечно, X6M, это X6M. Вот такие машины, да, одно время что-то спрашивали все. А потом ценник стал такой, что все, перестали спрашивать. Четверочка, купе. Берут народ на лето? Да, она тоже оплачена, тоже машина. Тоже, да. Какие-то трудности не выдают ее, да. Короче, что не придешь, куда ни тыкни, оплачено. Да нет. Но в целом продаж нет. Почему машины не в пленках? Тем более, мало того, что дорогие, так еще под открытым небом все хранится.
Не, ну пленки-то мы снимаем сами, чтобы убедиться в том, что под пленкой нет сколов. То часто бывает так, что под пленкой имеется дефект. Угу. Это как бы не редкость, поэтому вся машина сразу. Вот по такому вопросу, когда приходит, наверняка же говорят, типа, а что это с ней, когда диски? Ну, это естественно состояние машины, которая хранится, то, что она не ездит. Это. Но люди задают вопрос, говорят, типа, а почему-то? Всегда, да. Пугаются, да? Стандартно, на самом деле. Короче, ребята, вот такая картина. Вот они, машины стоят. Трешек новых нет вообще. То есть только купить бэушную. Подчеркиваю, мы снимаем конкретно у Борисхов. Есть другие площадки. Может быть, у кого-то из дилеров что-то осталось. Тут уж смотрите сами. Если кто-то хочет купить здесь и сейчас, пожалуйста, выбирайте. Но в целом, я вот так смотрел, приценивался. Понятное дело, что с Германии или откуда-то с Европы, вот если брать новый автомобиль, можно купить выгоднее. Ну, как показывает практика на деле, у кого деньги есть, тем более вот на такие X7, да и берут и здесь, и там, и откуда угодно. Друзья, на ваших экранах X1, вот один из них какой-то там на переднем приводе, вот он считается во всем модельном ряду, конкретно здесь, на сегодняшний день самый дешевый. А самая доступная цена за передний привод — это 3 миллиона 500, ты сказал? 3 500, да. 3 500, вот, пожалуйста, за X1. Ребят, посмотрите, X5... Вот это самая доступная версия с точки зрения комплектации. 25D бизнес называется. Но на самом деле, вот если на него сейчас накинуть колеса, может быть, там обвесик какой-то добавить от M-версии. Ну, это опять же на вкус и цвет. Некоторые говорят, нафиг это надо, колхоз. Но тем не менее, машина будет более чем. Потому что по комплектации она далеко не пустая. Почем? Пытаемся продать за 9, но можно отдать за 8 миллионов точно. Может, даже какой-то торг будет уместен. Ну, это за нал ты называешь? Да, за наличный расчет, да, 8 миллионов. Это считается очень хорошая цена. Трейд-ин, кредит, это все индивидуально. Короче, красивую цифру, наверное, можно слышать какую-нибудь там 7500. Да-да. Но в любом случае в кредит же, да, что-то будет вставлено, там, да. А-ля страховка. Трейд-ин занижен, да. То есть здесь все по-честному у нас, по крайней мере. Поэтому имейте в виду. Но, тем не менее, вот вам интерьерчик. Не, там. Ну, просто для понимания, сейчас есть 30-е бензиновые пятерки с бензиновым мотором. Угу. Они стоят тоже 8 миллионов. Ну и, конечно же, друзья, если вдруг вы хотите купить себе новый автомобиль, звоните по телефону, вам называют одни условия, приезжайте в салон, условия совсем другие, так при этом у вас трейд-ин, кредит. Короче, нужна помощь, сами знаете, к кому обращаться. Я вам сделаю все в лучшем виде, проведу всю работу за вас. Услуги все в открытом доступе, все расписано на официальном сайте, ссылочка в описании. А мы передвигаемся на тестовом автомобиле, это X3, 2 литра бензин. Спортлайн или как он назвать? Лайфстайл какой-нибудь? Нет, это М-спорт. А, это М-спорт такой? Конечно, да. Слушай, ну и почем вот такая машина стоит? Если бы они были, то он бы продавался примерно 6500. А старая цена, это примерно должна была бы быть там, Дима, 4 с чем-то, да? Старая нет, это где-то 5100 за М-пакет. А, 5100. 4 с чем-то, это лайфстайлы были, X-лайны. Понятно. Ну так вот, друзья. Ну смотрите, в целом-то смотрится, да, неплохо. Вот с такого ракурса я вам возьму его. А раньше ты, когда работал в Шкоде, у тебя была Шкода? Мне была Audi A4. А, Audi A4, да, была. Но Шкоды у тебя никогда не было? У меня не было, но я себе его заказывал, Octavia 1.8. А, вот. Но я ее не купил там по причине того, что брал квартиру. А сейчас у тебя 318, ты изначально хотел купить 320, но там немного не срослось. Короче, длинную историю сделать короткую, у тебя должна была быть 320 с полным приводом, но сейчас у тебя 318 с задним приводом. Да. Ну и что, доволен машиной? Очень доволен вообще, просто башка отрывается. Ездил на A4, кузов B8, 13 года, очень большая разница в автомобилях. Короче, BMW круче едет однозначно. Управляемость, это вот задний привод, то, что тебе машина толкает и не тянет. Куча эмоций. Очень доволен. Слушай, ну а с точки зрения работы, сам что скажешь? Вот, пока, допустим, какие вообще планы, мысли есть, какие-то потихоньку куда двигаться, если вдруг здесь ее станет? Или останешься продавать вторичку, китайца, черри? Все же зависит именно от денег. То есть пока в настоящий момент платят, пока хоть какие-то продажи есть, конечно, зарплаты меньше, раза в 3, чем было раньше. Вот. Планирую оставаться работать, потому что просто работа нравится. Зарплаты не то чтобы сократили, зарплаты как были, так и есть, просто объем продаж машины сейчас, там, дай бог. Но многие ребят сами поуходили. Конечно, конечно. Многие, да? Многие, да. А куда пошли-то, не говорят? Многие сейчас просто без работы сидят, большая часть. А, то есть, типа, здесь работать нахрен, а дома без работы норм. Да, да. А знаете почему, друзья? А потому что просто вот про зарплаты, ну, нельзя на камеру там условно рассказывать, там, наверное, какая-то коммерческая тайна, да, все равно есть. Но, тем не менее, те, кто хорошо продает вот такие машины, как вот Кирюха скинул там X6,
X6e, X5 в хороших комплектациях. Там доходы на самом деле хорошие. Я лично знаю людей, которые продавали машину, мне, по крайней мере, рассказывали, что вот человек есть, он работал с юрлицами и продавал им различные версии там M, там, X5M, X6M. Заре, говорят, в месяц там лям делал стабильно. И постоянно, говорят, были у него выходы, клиенты приезжали, забирали, то есть не болтовня, а реальные сделки. Поэтому подумайте сами, ты приходишь, вот он, смотри, в костюмчике сидит, в рубашечке, чистенький, аккуратненький, на работе у него отдельно хорошее рабочее место, и при этом, если ты умеешь торговать, миллиончик сделать можно. Но я думаю, когда менеджер BMW получает 1100, это уже слезы в целом. Как бы, но тут уже можешь не комментировать, чтобы тебе никто там из ваших да, это вот не, просто не говорил. То, это мое предположение. Это то, что я хотел сказать в отношении клиентов BMW. То, что действительно один клиент купил автомобиль какой-нибудь там заряженный, то может у него там четвертая машина в автопарке. А, конечно, работа в масс-сегменте даже не представляет, что такое может быть. То, что может быть у людей такой достаток и такой интерес к автомобилям. Они эту машину просто покупают на ней там, жогать по треку. И кто-нибудь из его друзей тоже потом приходит к тебе, покупает эту машину вообще без вопросов, все знает лучше, чем ты, потому что у него эти машины есть. Ну, и да, вот да. Это как бы, это прям радость для продавца, серьезно, вот работать с таким классом людей и таким классом продукта, это очень круто. Ну да, и опять же, я никогда не забуду, когда ребятам помогали покупать не X5, а M5, и тогда владелец потенциально, он говорит, типа, я хочу, чтобы обязательно были карбонокерамические тормоза, а на секундочку тогда еще это стоило 1 000 000 рублей. Я думаю, хрена себе пожеланница. Просто вот машина стоит 10 миллионов, а с тормозами 11 миллионов. Просто тормоза. Но, как выяснилось, это не просто тормоза. Однажды приезжал покупать Porsche. Перед нами сейчас просто Porsche стоит. И помню, там мужик сидел. Вот представьте себе, просто будний день, летний, он так хорошо одетый, такой весь растатуированный, волосы у него назад затисаны, зачесаны, такой на стиле. И вот он все сидел, у него там целая пачка вот этих как вот, тканей, обшивок, вот он выбирал. Потому что в Porsche, например, можно там, чтобы вот этого одного цвета, строчка другого цвета, вставки дверные третьего цвета. И он сидел себе, голову ломал, что какого у него цвета будет. Ты, короче, у меня сегодня главный герой. Ты расскажи, вот мы снимали про ситуацию с запчастями, с ТО. Многие говорят, ну все, сейчас одно ТО на BMW будет стоить там 1 000 000 000 условно. Что в реале, как цены изменились? Можешь рассказать хотя бы так? Напутствие всем владельцам BMW и тем людям, которые смотрят, обязательно хранить ключик от зеницы ока, потому что его невозможно заказать. Невозможно заказать какую-то аббревиатуру, допустим, там ВИН-код, который находится на табличке стойки двери. Тоже нереально заказать. При этом даже в других странах, говорят, тоже есть запрет на заказ. То есть, возможно, в Европе можно, в Казахстане невозможно. Были прецеденты, клиент ключ теряет, и все. Не знаю, что делать дальше. Были. Запчасти есть, расходники поступают в дилерские центры, ТОшки подорожали. Сейчас, благо, на машины 2021 года есть 4 ТО бесплатных, до сих пор действует программа. Надеюсь, дальше тоже будет действовать. Это те, кто купил с этой программой? Да, у тех это есть. И на новых машинах, которые сейчас продаются, тоже эта программа включена в стоимость. То есть у машины загорелся индикатор, то, что нужно ехать на сервис, ключи дали мастеру, мастер тачку выдает, денег не просит, расходники заменили сами, да, реально, за свой счет. Подорожали сильно колодки на автомобиле, тормозные диски. Колодки на трешку стоят 30 тысяч, только передний комплект. Но я не знаю, это вот с М-обвесом, либо безом обвеса. Это просто мне клиент говорил, я не анализировал. То в среднем обходится 1035-40. Это, ну, просто обслужить масла, фильтра, свечи зажигания. 40 тысяч примерно, минимум. Охренеть. Так. Ну, это бюджетные машины, там трешки, четверки, пятерки, это не иксы. По иксам не знаю, сколько будет стоить. Слушай, ну а с гарантией? Вот говорят, вот сейчас BMW там уйдет, но тем не менее, вот стуканул мотор, приехал человек, гарантия уже берется, сейчас выполняет обязательства? Вообще, в сервисном контракте по договору указано то, что гарантия есть. По факту, будут ли запчасти поставляться, я не знаю. У меня были прецеденты, человеку меняли там трубку горловины бензобака, у него был на ней дефект. Еще какой-то был дефект, но не крупный ремонт, то есть не узловой. Запчасти находили, приезжали, да. Я бы беспокоился, наверное, не о сервисе, а о кузовном. Кузовной больше проблем. Кузовной, да, да. Это да, самый да, да. квест. Короче, ребята, те, кто владеют моделью, неважно, новая, с пробегом, вы можете, в принципе, сами все сделать. Вон, двум-трем дилерам позвоните, спросите, у кого какие цены. У кого вторичка, ну, понятное дело. Я, например, к дилеру колодки там или масло менять не поеду, потому что, ну, цена космическая, хотя я все это могу купить на стороне, привезти там, в любом сервисе заменить. Поэтому здесь каждый считает под себя, есть там владельцы крутых тачек, они какой-то гаражный сервис, да ты че, я там типа лох, у меня
деньги есть, машина по средствам. Поэтому тут все индивидуально, но ситуация с запчастями, конечно, очень сильно перевернулась. И в частности, вот правильно Кирилл отвечает про кузовные запчасти. Я когда с Сашей пообщался, человек, с которым мы снимали ролик про ситуацию на рынке автозапчастей, я теперь всяких каршерингов, таксистов вообще держусь как можно дальше, потому что, зная, как они могут перестроиться, это может быть целая проблема. Слушай, Кирюх, ну не густо на самом деле, так-то Москва, официальный дилер, мы находимся не фиг знает где, внутри Москвы. И вот так приходишь, машин-то особо нет. X5 я захочу посмотреть, да там у вас их, я не знаю, один он стоит или сколько, или даже не было ни одного. Нет, еще много машин перед парковкой, но здесь доступность по тачкам 55-60 автомобилей с пробегом примерно. Да, то есть здесь не супер много машин. А есть еще какой-то дополнительный склад, куда можно приехать смотреть? Да, есть. У нас есть в планах загрузить парковку новых автомобилей автомобилями с пробегом, но пока просто выкуп в таком объеме не производится. То есть сейчас дилеры в основном перестраиваются на покупку китайских брендов. Для этого нужны инвестиции, и объем денег основной, который должен быть пущен в машины, запускается в освоение новых франшиз. Короче, вы уже подали тоже, конечно, да, на китайца? Конечно. И вы подали на кого? На Джили подали, точно будет открываться дилерский центр на Востоке, по-моему, на Балашихе. На юге есть Черри. Да, точно. Короче, Черри, Джили, Хавел, Гак, Сан-Янг. Ну, Сан-Янг, это вроде там корейцы, но тем не менее. Слушай, Кирюх, а сколько осталось примерно новых автомобилей? Так вот, навскидку не скажешь? 84 машины осталось. Это 84 на ваш салон или у вас же несколько, да, их? На других локациях прекращены продажи машин новых, все. Там только бушки продаются. А новые в смысле кончились или просто пока не продают? Просто их машины с начала мая перевезли нам сюда. А, то есть все ваши точки, которые были с Хофф, есть? Все запасы, это, да, 84 автомобиля новых. И оно сейчас у вас здесь? Да-да. А что, у вас типа этот флагманский салон, что ли, считается? Да, конечно. О, нифига. Но он исторически первый, считается, сильная локация продажи BMW, это мощный дилерский центр. Я уже готовлюсь к тому, что надо будет менять там профессию, квалификацию либо на бушке, либо на китайцев. Но сложно продавать китайские автомобили после BMW, потому что другой клиент. Очень привыкаешь к тому, что ты для клиентов становишься больше, чем продавец реально. Слушай, ну вот расскажи вот в рамках вот этого вопроса. Ты раньше работал в масс-сегменте, да, ну можно так назвать, Шкоду. Да. Там ты в месяц мог и по 50, наверное, машин отдавать. Сколько у тебя самый большой в месяц машин был? 31 автомобиль, это был рекорд у меня. Ну это много, это каждый день нужно отдавать. Да, это было тяжело. Вот, а сюда ты перешел как в BMW, здесь же планы совсем другие. Конечно, здесь хороший результат, примерно 7 автомобилей. Мне удавалось отдавать 11-12 на пике, ну тоже был сильный результат. Просто другая работа. Это невозможно как-то с масс-маркетом сравнивать, реально к этому быстро привыкаешь. Пример. Приезжает мужик из Кемерово покупать X5. Покупает X5, катается, покупает такой же своему бате в этот же день сразу же. Уезжает. Приходит парень молодой, рассматривает себе 8-ю серию. Не покупает 8-ку, а покупает отцу в подарок X5, точно так же проживает в Москве. То есть ты, ну, вот на таких вот эмоциональных продажах еще больше заряжаешься и офигеваешь от того, как люди живут. Ну вот люди богатые, которые приходят, они себя как вот культурно ведут? Или все-таки многие культурно, как бы там хамят, нет, деньги есть, нет, и давай быстрее кофе. Это предвзятое мнение, то, что богатые клиенты, они как-то начинают принижать заслуги менеджера, нет. Я вот категорично скажу то, что точно не так, нет. Другое общение, более лучше к твоему времени относится серьезно. Если ты на выходном, даже не будут тебе названивать, если ты сказал, что я на выходном и так далее. Нет такого, чтобы человек при уровне достатка вел себя хуже. Я этого не заметил. Не заметил, да? Ну, круто. Кирюх, вот ты открыл таблицу, 84 машины, которые мы видели, вот просто специально попросил, вот можешь назвать самые доступные цены по моделям, что есть, какая комплектация и сколько это вот прям реально, если покупать это за наличку? Вот входной билет по новым машинам, это X1, который мы на парковке снимали, 3500 он стоит, хотя вот у него текущая цена 3670, то есть на него даже есть небольшая скидка, там порядка 200 тысяч рублей, до 200. Передний привод, полный привод, тоже X1, это уже комплектация чуть богаче, там с М-пакетом, не будем вдаваться в подробности, тем более спортивный вид имеет. Это приблизительно 4 миллиона 100 тысяч, 4 миллиона 200 тысяч рублей, то есть плюс 500 тысяч к переднему приводу, примерно так. Пожалуйста. За полный привод, да. Это X1, значит, трешек нету, X2 тоже, это уже давным-давно, да, не продают, не привозят в Россию, то есть какие-то остатки были, их распродали. Пятая серия. Пятерки есть, тут по ним очень амплитуда цен вообще просто разнится гигантские, потому что у машин сильно отличается дата прихода, как я вот говорил, там до подорожания, после. До подорожания задний привод есть автомобили, это примерно 5200-5300. Это 520 бензин, да? 520, бизнес. Да, дизель, на заднем приводе executive называется. Да. А, то есть это даже богаче, чем просто? Чем просто бизнес, да, 5200-5300.
И после этого то, что есть по наличию сразу машины с М-пакетом, это мотор бензиновый, не дизельный. Угу. Те, кто шарит, знают, сколько такие машины стоили, но сейчас они стоят где-то 7500. Охренеть, да, 7500. Это просто 7500, да. А 530-й дизель? Даже не 7500. Они стоят 8500. 8500. Чуть-чуть ошибся на миллион. Не в нашу сторону. Да, ну а 530-й дизель? Есть тачка, один автомобиль, комплектация Sport Pro. Да, 10190 будет стоить. Одна машина? Ну, прошка одна, две плюса. То есть одна побогаче, одна попроще. Прикол, 10100. А плюсы почем? 10100 – это цена, по которой мы пытаемся продать. Цена, по которой мы обычно сходимся, это ориентировано, наверное, 9 миллионов за прошку, где-то 8600 за комплектацию плюс. Короче, торг все равно как-никак. Короче, ребята, ключевой смысл какой? Вам, да, вы скажете, реклама, ну, как я сказал в начале, то есть можно подумать, что мы приехали, тут цены называем, вот, пожалуйста, приезжайте сюда, в другой салон, ищите, торгуйтесь, и кто, как говорится, договорится. Но сейчас, наверное, битва за клиента вообще хорошая, да, если раньше-то в целом в BMW был такой настрой боевой, но тем не менее все равно там посчитали и все. А сейчас, когда люди звонят, то есть там названиваете часто в обратную сторону, мол, приезжай, забирай. Если был конкретно разговор, и человек сказал, то, что я готов забрать там в такой-то бюджет, вот на примере, как 18900 я продал X6M, а он стоит у нас здесь, по-моему, 22. 18-890, но мы продавали его за 21 там, с хвостом, угу. То есть тоже были готовы к диалогу, тоже продали машину дешевле. То есть хотели 21, короче, а дали, да, если 18, человек управляет энергией покупки, то, конечно, переговоры о цене, это как бы отличает сделку от несделки, мне кажется. Значит, на основании вот этого сюжета предлагаю продолжить серию роликов, также, может быть, раз в недельку делать, выезжать по различным дилерам, по различным брендам, один сюжет, один бренд, и показывать картину, что происходит там. Для того, чтобы не получалось одно и то же, только вывеска, другая условие, Mercedes, Audi и так далее, можно миксовать. Вот, например, я считаю, что реально стоит съездить к китайцам, в частности, к Geely. Geely, Cherry, Haval, вот кому-то из них, и поснимать, посмотреть, послушать, что они расскажут. Поэтому, если кто-то из вас работает, Москва, Московская область, и готовы в таком же формате спокойно на камеру рассказать, пишите, звоните. Друзья, рекламные интеграции, такой формат не нужны, то есть задача по-честному показать, что у вас есть, как дела, и чтобы люди как бы в целом понимали, как перестраивается авторынок. И еще, вы не забывайте о том, что есть телеграм-канал, куда я публикую самые свежие новости, будучи здесь еще 13 июня. Я уже снял, выложил. Ребята знают, что ролик будет на канале в четверг 12.00. Также туда публикую подборки с тачками по ценам, что есть, когда есть что-то выгодное. Ну и, собственно, различные инсайды, когда есть что рассказать. Поэтому обязательно подписывайтесь на саму телегу и на канал, если вы этого не сделали. Ведь раз в месяц в среднем выходят ролики о ситуации на рынке, где я детально рассказываю общую картину по авторынку в России. Вот это тоже все БУ или да, это новое? Это все машина с пробегом. Блин, вот эти какие-то, наверное, да, с маленьким пробегом. Потому ну, что слева даже тест-драйв, это сейчас будет подменный автомобиль для нужд сервиса. Это клиент, который приезжает к нам на сервис, может такую машину взять в качестве подменки. Слушай, ну это вообще тогда в хорошем состоянии, по идее, там около новый какой-нибудь автомобиль. Да, около 5000 км пробегом. Вот эта машина после тест-драйва 40-го бензиновый, 10440 стоит, тоже хорошая тачка. Короче, друзья, все те, кто сейчас слышит, да, такие, о, там подменка, небольшой пробег, 10440 тебе. X6. Ну и, соответственно, по-хорошему, если так вот приезжать к вам, это нужно вот тебя условно брать как менеджера и с тобой ходить, ты будешь по каждой машине щелкать и уже что-то по ней комментировать, рассказывать, правильно? Да. Или все-таки здесь тоже можно самому зайти? Можно подойти самому посмотреть, но мы же не знаем историю автомобиля. Это же не новая машина, а с пробегом. Надо узнать там количество собственников. Ну, понятно. Это если уже заинтересуется человек покупки. Короче, друзья, идешь по некоторым машинам, смотришь, думаешь, о, неплохая. Раз, щелкаешь, QR-код, ценник видишь такой, думаешь, не такая уж она и хорошая. Жалко, конечно, что такие цены стали, но тем не менее, блин, было бы неплохо. С текущим курсом доллара они сейчас, по идее, должны были бы стоить, вон как в Европе, говорю, там, 107 тысяч начинается какой-нибудь X5, даже дешевле есть. Это я говорю 107 при условии того, что это будет дизельный мотор. А 107 это, по сути, с нашим там текущим курсом 58 рублей, это 6 миллионов 100 тысяч рублей. Я просто считал. Но это купить там, а потом привезти, растаможить, заплатить то, заплати это, и того 8-9 миллионов. Но все равно, как ты даже сам говоришь, это хороший ценник. Короче, 2 часа пролетело незаметно. Я сделал для вас вырезку,
Сюда вошло все самое основное. Теперь вы знаете реалии, что происходит у официального дилера BMW, в частности в Москве. Как меняется ситуация. Я надеюсь, этот сюжет вам понравился. Записано все по-живому. Поэтому обязательно пишите в комментарии, какого следующего бренда вы бы хотели посмотреть. Но в первую очередь все-таки предлагаю снять нечто подобное с кем-то из китайцев. Потому что сейчас все подают заявки на них. У них работают производство, продажи. Постепенно растут, в общем, там более позитивная должна быть картина. Но посмотрим, приедем, послушаем точно так же цены, поддержки, ставки по кредиту, как идут продажи. Поэтому, если поддерживаете, ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментарии. Не забывайте, что у этого ролика был шикарный спонсор, он ждет вас по ссылочке в описании. Не добавить, не убавить. До новых встреч, всем пока-пока.